Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Я разгадал там эту хренотень, теперь у нас есть деревянная панелька. С этой деревянной панелькой прекрасной мы приперлись назад и сейчас починим стул. Опа! А там ключ от чего? От полки. Раньше почему-то этот ключ от полки мы взять не могли. По кому, по какой причине мы не могли его взять, непонятно. Так, от полки, которая какая полка-то? Здесь вроде нет полок. Фото мамы. Это ее мама. Это я даже не обратил на это внимание. Так, ладно, последний директор. От этой что ли полки? Это полка? Ну, это явно не полка. Наверное, заперто. Да. Согласен. Надо узнать комбинацию, потом вращать колесико. От какой тогда полки, простите? Так, пойдем найдем полку, от которой у нас вот эта фигня. Походу, это полка, которая находится в этом кабинете. А что это за полка такая? Где я чуть не открыл? Вот здесь? Это полка? По-моему, это ящик. О, тараканы убежали, отлично. О, папка из чистой бумаги. Это нам надо, это мы сейчас сделаем. Чарльз Ладиус, один из величайших умов, он увидел между нами сходство. Я получу бюджет, который хотел. Возможно, самые большие средства в истории психиатрии. Что де-факто делает меня лучше моей профессии. Столько великих умов, сколько теорий, но все они не смогли узреть очевидное. Мы не можем даровать этим людям счастье до тех пор, пока мы не объясним им, что такое счастье. Взять тест Рошаха. Зачем мне слушать болтовню пациентов, когда я знаю точное значение каждого пятна? А как можно знать значение каждого пятна в тесте Рошаха? Как-то это... О, еще один рентгеновский снимок. И здесь нет больше ничего интересного. Как же ничего? А косточки? Ну ладно. Так, с этим добром совсем мы можем попереться назад вот сюда и посмотреть на рентгеновский снимок. Да я смотрю, у нее и лицо меняется. Так, это какая-то прям азбука пляшущих человечков. Ладно, нам надо пойти захерачить вот эту вот штуку. Во-первых, принтер. Или во-вторых, принтер. Ну давайте принтер зафигачим. Ой, господи, опять эта напряженная музыка там на фоне. Так, ну-ка, напечатай мне что-нибудь интересное. Вот это машинистка из тебя бы получилась цены. Нет, господи, с такой скоростью. Привет, ты мне? Да, тебе, хватит марать бумагу, идиот. Ты хочешь выбраться отсюда? Да. Принеси мне собранную линзу, я помогу тебе. Я не нашел ее. И я спрятал книгу «Карта Тортекса» в гостиной рядом с другими книгами. Мне не нужна твоя дурацкая линза. Взгляни на звезды, пройдешь сквозь небо. Бля, что это значит? Теперь иди и умри. Пожалуйста, помоги мне, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. У кого-то был диалог с печатной машинкой, да? Больше мне ничего не нужно здесь. Окей. Так, где-то в гостиной лежит книжка нужная нам. Где она лежит? Где тут книжки лежат? Вот здесь внизу. Так, дайте мне эту книжку, которую там спрятали. Опа! Если вы ищете книгу «Карта Тортекса», я взял ее. Прошу прощения, если кто-то читал. К несчастью, у меня есть время на книге, столько, сколько перекур. Я буду читать на одной из лавочек в парке. Приходите, я дам вам книгу. Чуваш. Не очень помогает. Книга, короче, лежит на лавочке в парке. Да вы что? Сколько там лежит книга лет с тех пор, как вы это сделали? Какая-то должна быть очень прочная книга, чтобы она долежала. Так, ладно, теперь пойдем запихнем... Нет, тут как-то попасть-то. Пойдем запихнем вот эту фигню сюда. Ну-ка, распечатай-ка мне что-нибудь. Да, какой-то не очень рисуночек. Так, пойдем этот не очень рисуночек вернем на стену. А, нам таких рисуночков-то хрена нужно. Куда это? Сюда, да? Выглядит, не знаю, как это... Короче говоря... Ну, это явно чье-то... чье-то лицо. Ну, в общем, ладно, я понял. Одну картиночку мы распечатали, но это что-то немного. Тогда пойдем в парк.
На лавочку. Где тут лавочки были? Вот здесь были лавочки. Вон лавочка. И что там? По-моему, там ничего нет. Так, ладно. Где еще были лавочки? Еще лавочки были здесь. Это та, где они все говорили, что нет ничего интересного. Я так и знал, что здесь какое-то дерьмо. Так, никто не смеет смотреть в глаза великому Чарльзу Владиусу. Глупости, вам просто нужен правильный инструмент. Это инструмент, но как посмотреть в глаза Владиуса? Надо найти этот самый... Где он там был изображен, этот Владиус? Так, где у нас был изображен Владиус? Где-то в помещении, по-моему. Вопрос только в каком. Че, нет? А, нет, смотрите-ка, Владиус там у нас не изображен. Тогда, наверное, может быть здесь. А, ну там темно, да? Я там нихера не вижу. Да, здесь была лестница, я даже ее сделал, но до сих пор не могу использовать. Здесь есть электричество, это очень хорошо. Может быть, снаружи, да. Так, я туда не могу попасть или могу? Так, птичка Кыш. Так. Я, то есть я не могу посмотреть на стенд, да? То есть я его либо весь уже... Почему? Что там написано? Там что-то написано, но я не знаю что. Блин, доски я тоже не могу оторвать. Не сдвинуть. Секатором не сдвинуть, линзы не поддеть. Печально. Так, здесь у нас еще есть статуя, на которую нужно что-то там. Что-то там на нее нужно, на статую. И что еще? И здесь нам надо вот отсюда вот надыбать ключ. И как его можно надыбать? Что-то у меня есть. У меня есть линейка, у меня есть молоток. Блин, ну молотком я уже бил по деревяшкам. Это не срабатывает. Второй раз. И здесь еще что-то. А что у нас здесь? А, у нас здесь этот самый. Линза, наверное, да? Вот этой линзой мне надо было куда-то там светить. Про нее, да, все рассказывали? У, нифига себе. Так. Тудум-тудум-тудум-тудум. Шерлок Холмс, блядь, идет на помощь. Так. Их. Ага. Хитрые какие твари. Так. Туда и. Так. Сюда, что ли? Так. И чё? Линия ведет сюда. Может, стоит сломать там? Давайте сломаем. Это я только за. Ирак. Так, теперь у нас зеленая линза есть. Теперь у нас есть зеленая линза. Так, зеленая линза и чё? Тоже надо идти? Или их надо сместить вместе? Не? Так, зеленая линза я не могу смотреть. Окей. А я здесь могу? Так, вот зеленая фигня. Пошла отсюда, пошла. Туда, короче, мне надо. Так, теперь мне надо туда. Теперь мне надо туда. А, во! Фига себе, смотрите. Как ключ удачно спрятан. Даже никуда ходить не надо. Так, что у нас тут? Теперь мне надо пройти туда, но для этого мне нужно что? У меня есть секатор. Хрясь. Все? Я все сделал? Да, я все сделал. Так, проходим сюда. О, боже, какие здесь локации огромные. У меня опять есть секатор. А что у нас тут? У нас тут что-то такое. Мы надыбали каких-то открывашек. О! Так, это что такое? Эмблема сада. Одна из четырех. Отключена помогательным насосом. У меня есть отвертка, могу починить. Не могу.
А почему она отключена? Видимо, надо где-то включить. Так, ладно, где у нас зеленая фигня? Так, зеленая фигня. Тут, кстати говоря, что-то... Сухая лоза мне нужна. Ну ладно, допустим. Так, так мы идем. И должны подняться куда? Вот туда, наверх. А как мне туда подняться? Угу. Опять прикольчики. Закажи ступеньки, 50 дюймов каждая срочно. Так, для этого, чтобы туда подняться, мне нужны доски, которых у меня пока не хватает. Так, тут, кстати говоря, здесь есть что-нибудь интересное? Эмблема сада, так. Несколько эмблем. О, еще один странный рисунок. Мне нужен еще один. Приятно думать, что вдали могли здесь быть друзья. Да, могли, но по всей видимости что-то не очень. Так, что это такое? Орнамент, поверхность слишком грязная. У меня есть тряпка, я ее с собой ношу с начала игры. Вот она. Да что ж такое, это не работает. Может, мне надо помочить шаль в воде? Или нужен какой-то пятновыводитель очередной? Так. Это я, короче говоря... Наверное, вода... А, понятно, пойдет вода, и тогда поверхность перестанет быть грязной. Так, ну вот эту фигню нужно найти код. Который должен быть якобы где-то рядом. Может быть, в дереве? Что-то такое. Мне она тоже может пригодиться. Нужно найти ведерко. Ведерко смолы. Ни хрена себе. Так, а можно я ее срежу просто так ножичком? Нет, нельзя. Так, ладно, для смолы мне нужно ведерко. Смолой я что-то могу, наверное, законопать потом. Вопрос только что. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, это что такое? Трость. Отлично, если мне сломают ноги, будет чем ходить. Так, да, еще доска у меня есть. Это что такое? Недавно двигали. Давайте мы тоже ее подвигаем. Можем подвигать тележку? Не? Недавно двигали, но мы ее подвигать не можем. Так, здесь нужна эмблема сада, очевидно. Только собранная полностью, которой у нас нет. Да. Так, ладно. Куда мы еще можем отсюда пойти? Туда пока не можем, туда не можем. Что у нас здесь? Милый маленький фонтанчик. И... Так, что это такое? Открывайся. И... Пип-пип. И что? Короче говоря, это тоже не работает. Милый маленький фонтанчик не работает. Так, что у нас тут? У нас тут что-то лежит. Пружина. Что, крана нет, да? Клапана нет, как обычно. А водяной клапан это не он? Водяной чип. Нет, это не он. Так, ладно, клапан будем искать, значит. Сюда нужен клапан. Я уже начинаю путаться в этом во всем дерьме. Так, сюда нужен клапан. Это что такое? Бандаж. И, о, еще пленочка от журналиста. Журналист вообще долго был жив, я хочу сказать. Здесь было нечто, но просто невозможно. Я убежал, порезался, когда выбирался из оранжереи, хотя, по-моему, было такое чувство, будто она порезала меня. Короче говоря, он наткнулся на девочку, на нашу прекрасную. О, досочек насобирали. Путем банального вандализма насобирали себе досок. Так, теперь мы с этими досками... А у нас, наверное, сейчас что-то мне опять не будет хватать, как всегда. Как стоит попробовать что-то другое? Что, доски не сюда, хотите сказать? Да ладно. Вот это интересный поворот событий. Я думал, что доски сюда. Так, а куда мы тогда доски можем присобачить? И что здесь еще осталось? Так, во-первых, еще лоза у нас есть. Лоза у нас теперь полностью, кстати, собрана. Так, там мне надо запустить водицу. Водицу я пока запустить не могу. А пришел я сюда? А, отсюда. Угу. То есть это у нас базовая фигня, в которую мы можем попасть. Так, теперь надо подумать, что делать вот с этим. Может, лозой двинуть... Не, ну это как бы было глупо, конечно.
Что я не нашел здесь? Я по-любому что-то не нашел. Это большое помещение, которое непонятно, что с этим делать. Так. А, во, наверху у нас есть удлинитель. Мы можем заарканить. Блин, не можем? Блин, а зачем я собирал вот эту лесенку, которую я оставил, если я не могу ей пользоваться? А красная хрень мне больше не нужна? А, что красное, что зеленое одно и то, что ли, показывает? А зачем их тогда так много? Видимо, какая-то загадка будет. Мне его не достать. Короче говоря, ковбой Мальборо из тебя не получится. О, тростью можно достать. Опа. Ну хорошо, теперь у нас есть удлинитель. Зачем он нам? Я могу удлинителем подключить? Нет, не могу. Так, здесь тогда получается у нас все. Теперь мы с этим удлинителем должны потопать вот сюда и воткнуть его. Угу. Теперь, имея вот это все, мы можем запустить здесь циркулярную пилу, видимо. Острая. И что, отпилить доски? А, по 50 дюймов их надо сделать. Не абы какие доски, а по 50 дюймов строго. Потому что иначе по ступенькам мы ходить не сможем. Такие вот мы. Только по 50-дюймовым ступенькам может ходить женщина. Ну что ж, допустим. Ну хотя бы их не надо прибивать. Так, погнали наверх. Так, куда мне надо-то? Где эта фигня? Так, что, все фигни закончились, что ли? Ну вот, я поднялся наверх, и чё? Ладно, допустим. Введите правильный код. То есть подразумевается, что правильный код я должен знать. Где мой журнал? Так, 50 ступеньки. Там какой-то говорили, если я вспомню, если я найду какой-то код, то я его знаю. Надо найти, вот, 69-41. 69-41. Херак. Так, что тут у нас? Прекрасно, кто-то нацарапал граффити в котельной, и теперь мне придется его заштукатурить. Ладно, еще рисовать на стенах, но зачем царапать? Рисунок похож на один из знаков на лампах, что висят у дверей корпусов. Доктор Чуваш просил меня развесить инструкции безопасности. Так. Зачем кто-то нацарапал рисунок с одной из ламп? Действительно, зачем? О, кстати говоря, ультрафиолетовый фонарь. И третья из четырех эмблемы сада. Плюс, это что так? Металлоискатель, что ли? Должен быть аккумулятор и какие-то провода. У меня где-то был аккумулятор. Я его просрал, наверное, нет? Нет аккумулятора. И какие-то провода. Ну и ладно, так, мешочки с семенами труднопроизносимых слов. Видимо, мне это, скорее всего, пригодится, но потом. Так, это что такое? Не работает. Итан показал мне старый процессор инженерии. Он не только выглядит прям как водный чип, но и контроль. Так, у меня есть водный чип. Где он? Где мой водный чип? Вот он. Нет? А, сюда? Так, я подключил водный чип. Что теперь я могу сделать? Не работает. И это не работает. Вращайте индикаторы между источником питания и рычагом. А, вот источник питания. Так, то есть эта фигня сломана. А куда мне надо отправить-то вообще? Допустим, сюда. Здесь тоже не сильно много вариантов, хотя есть. Да, ну сюда я его как бы отправить не могу, потому что здесь нет фигни вот этой. То есть, вот это заведомо проигрышная ситуация. Здесь я могу отправить только сюда, но здесь опять же не могу. Здесь, соответственно, значит, только сюда. Куда мне надо-то? Это разные фонтаны зажигает. Один зажигает один, а другой зажигает другой. Понятно. Так, ладно. Значит, пойдем от обратного.
Обратно, чтобы пойти, надо сделать... Ага, нет, я так не могу сделать. Так. А типа того могу? Могу, конечно, но... Бля, нет, так тоже нельзя. Тут же нет этой фигни. Значит, вниз надо. Если нет фигни, значит, надо вниз. Так. Тогда получается вот так и вот так. Так, теперь я могу жахнуть один фонтан. Потом мне придется это перенастраивать для того, чтобы жахнуть другим фонтаном. Так, это вот этот, да? Нет. Или он? Так, все, запускаем. Fire in the hole. Так, это, видимо, вот орнамент, который мне нужен для того, чтобы пройти дальше. Больше здесь ни хера нет, только орнамент. Так, пойдем делать орнамент. Где его взять? Блин, так, знакомо. Какая-то его часть. Короче, что-то у нас. Такие короновидные лопухи везде. Они все одинаковые, все короновидные. Короче говоря, и по две штуки в две стороны. Так, фигня и по две штуки, да? Четыре таких фигни, фигня и по две штуки. Ну, похоже на правду. Потом опять по две штуки, две фигни. Так, по две штуки и что-то дофига фигней. Вот, такую фигню, да? И здесь такая же. Так, далее. Здесь до хрена штук и по четыре отходят в сторону. Так, дофига штук вот здесь. Дофига штук, потом над ними еще дофига штук. Так, хорошо, кстати говоря, орнамент совпадает? Да, совпадает. Так, здесь далее. Здесь далее по 4 штуки отходит и 3 по центру. Не-не-не, вернись. По 4 штуки отходит и 3 по центру. Это одна, что ли? Такое ощущение, что это она и есть. Так, ладно. И сверху по 3 штуки отходит и 3 по центру. По три штуки отходит, да, вот с такими рогами, и по центру три. Ну, вроде как так. Далее. Теперь здесь ромбики. Короче, ромбик, ромбик, ромбик. Ромбик в центре и три ромбика по краям. Вверх уходит 4 штуки. Так, не он ли это? Раз, два, три. Раз, два, три. И такой вот ромбик начинается снизу вверх. Ну да, походу это он. Так. Потом тогда получается вот так, видимо. Да? Нет, опять я где-то накосячил. Что-то графические задачки в этой игре почему-то не мое. Так, здесь у нас буква В и еще одна буква В. Это все не то. Вот такая фигня. Так, буква В, да, и начинающаяся буква В. Здесь это начинающаяся буква В заканчивается. И на фоне три треугольника, один в центре. Да, она заканчивается на фоне три... Да, три треугольника и треугольник в центре. Вот эта фигня неправильная, наверное. Хотя, вроде как и правильная. Вот дерьмо. Так, все, я разгадал. Я лжанулся с верхней левой. Все остальное было правильно, кроме самой верхней левой стороны. Ой! Куколки. Так, куколки вмятины. Нам нужно положить туда бумажку и обвести очередную. Мы же бумажку не всю просрали еще. Где карандашик? Так, ну-ка. О, это же эта девочка милая, прекрасная. Хотя какая нахрен она милая, какая она прекрасная. Так, зарисовали девочку. Видимо, надо вот эту будет расставить в каком-то виде определенном. О, господи, какая она жуткая. Так, ладно.
На этом пока закончим. В следующей серии будем разбираться с этими жуткими девочками и прочей ерундой. Спасибо за внимание, удачи и всего вам доброго.